Снова жлобин. На этот раз топ-менеджеры салона связи при помощи милиции смогли вывести на чистую воду продавца-консультанта. Женщина украла два телефона известных китайских брендов последних моделей. Оперативникам АБЭП удалось установить, что к краже причастна 32-летняя работница салона. Не стеснялась женщина подворовывать и наличность. Магазину оператора сотовой связи был причинен ущерб на сумму свыше 2400 белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело, ущерб частично возмещен.